Всем доброго времени суток, добро пожаловать на мой канал. Сейчас я поделюсь с вами своими пустышками, пустыми баночками за, получается, у меня за 2 месяца, за сентябрь и за октябрь месяц, так как в сентябре, в конце сентября я уезжала на учебу, в командировку в Москву, и уже приехала, когда в начале октября, тут там я приболела, и как бы уже не до этого было, и решила за 2 месяца снять, собрать пустышек, так как у меня тут часть, ну как бы не часть, одну вот эту вот гель-бальзам для мытья посуды с фикс-прайс, эту канистрочку муж благополучно выкинул, забыл, что мне нужны пустышки, так-то все помнит, а тут одни они хозяйничали, вот он все убирал, выбрасывал и выкинул. Ну я уже решила, ладно, думаю, соберу за 2 месяца. В общем, это было, конечно, не 2 месяца все это я пользовалась, а больше, что-то там по полгода и по году. Ну вот. В общем, такие вот бытовые средства, конечно, для уборки, там, для чистки сантехники, это да, это месяц, может быть, даже поменьше. Ну, давайте приступим, начнем с бытового. В общем, показываю вам вот такой вот, это моя постоянная покупка Фикс Прайси, Хоумстар, чистящие средства для ванн. Очень хорошее средство, но, конечно, когда там ржавчина, сильно загрязненная, нужно уже вот это покупать средство, тоже я беру с Фикс Прайс, антиржавчина, или как там идут, 8 в одном, 10 в одном, но антиржавчина лучше. И сейчас вот у нас просто ремонт был, труб, отключали воду, шла немножко ржавая, вот это уже средство не очень справлялось, я взяла, вот сегодня показывала в покупках, другое средство. Пока сниму. Вот у меня за 2 месяца как раз, да, закончились 2 вот эти баночки. Ну, старые, 2 бутылочки. Так, затем. Давайте дальше. Я тут буду маленько шуметь. У меня тут все в снипах лежит. Магнитовских таких, что на балконе было сложено. Так, далее. Закончилось вот такое вот. Но его действительно хватает надолго. Санитарная формула «Суперсила», гель с усиленной формулой. Это для чистки кухонных плит, духовок, барбекю, казанов, сковородок, вытяжек. Удаляет жир, копоть, нагар, пригоревшую пищу. Очень хорошее средство. Но, конечно, обязательно пользуйтесь в перчатках. Оно очень прям мощное. Действительно, «Суперсила» очищает. Я применяю его для чистки плиты, вытяжки, духовки и раковины. У меня тоже как бы вот эта нержавейка. Раковина в ванной, и вот как бы это тоже вот моя покупка, можно сказать, постоянная. Сейчас я тоже этой же серии, но немножко другое там средство у меня в использовании. И оно достаточно экономное, так как оно гелевом формате идет, формула достаточно экономно расходуется. Так, мне, наверное, придется немножко пошуметь, чтобы достать вот это все бытовое. Ну, давайте вот тут в одной сумке нашла. Затем буду искать, потому что у меня тут прям все так завалено. Ну, давайте, вот что будет попадаться. Буду. Вот закончился вот такой вот водный спрей-освежитель воздуха антитабак от Дом Фаберлик. Здесь 250 мл. Очень прям вообще такой цитрусовый, но приятный, нерезкий аромат. Он какой-то цитрусово-цветочный. Всей семье он нам нравится, и детям, сыну я тоже. Вот сегодня буду делать заказ Фаберлика, опять закажу ему. Такой, мы себе купили уже другой Фикс Прайс, ладно, я не буду его заказывать, а сыну закажу обязательно. Он попросил, ему очень нравится, он потом приедет, заберет. Так как я уже в Фаберлике 3 месяца не делала заказ, так что вот сделаю. Затем тоже от Дом Фаберлик. Закончилось вот такое мыло для кухни, устраняющее запахи с ароматом кофе. Это тоже наш самый любимый такой аромат. И наши сына ему тоже заказываю. Ну, сейчас у меня стоит яблочный, кстати, тоже очень приятный аромат. Но кофе, да. Кофе вот мы любим все такое. Вот, поэтому закончилось. Пользуемся теперь другим. Так, далее пошло бытовое. Закончился у меня вот такой вот порошок-лоск ароматерапии. С эфирными маслами, малийский лотос и белая лилия. Здесь было 2,7 кг. Очень приятный аромат. Покупала я Фикс Прайс тогда. Мне понравился. Сейчас у меня Ариэль стоит, который там 5 или 6 килограмм я брала. Светофори тоже очень хороший. Мне нравится, когда закончится. В принципе, можно вот и такой повторить. Если будет большого формата такой, то я возьму. Хороший порошок. Хорошо справлялся с загрязнениями. Ну, супер сильных у нас каких-то не было на вещах. Аромат от белья идет хороший, приятный. Так что хороший порошок. Можно им пользоваться. Мне понравился. Так.
Давайте далее уже. Сейчас что тут найду? Наверное, бытового это уже такого. Хотя нет, есть. Есть нашла. Вот еще третье. Вот видите, у меня за 2 месяца ушло 3 таких средства от Homestar Davan. 3 бутылочки. Я вот и говорю, что-то уходит прямо не по одному средству. Потому что я в день по нескольку раз это все начищаю в туалете. Люблю, чтобы все там было чисто, вкусно пахло. Поэтому уходят они у меня достаточно быстро именно для туалета, для ванной комнаты. Так, закончилось вот такое средство. Refine. Защита для стиральных машин от накипи. Вот, я покупала также в Фикспрессе, попробовала. 750 грамм достаточно мне, месяца на 2, наверное, хватило. Там его нужно немного добавлять. Хорошее средство, мне понравилось. Тоже потом, затем как-то можно будет и повторить. Так. Сейчас посмотрю, может быть, еще. Да, нашла. Давайте вот из средств для стирки. Также я покупала в магазине Fix Price вот такой ополаскиватель кондиционер Вернель Supreme. Изысканный французский аромат. Очень хороший, приятный аромат. Мне понравился. Здесь 600 мл объем, так что тоже можно будет по возможности и повторить. Здесь как бы супер концентрат, он такой достаточно густой. Густое такое достаточно средство, хорошее. Закончились вот такие вот салфеточки Little Joy, постоянная наша покупка. Ну что-то они мне уже поднадоели, я не стала их брать. Они у нас постоянно в монетке на кассе идут по акции 1+1. Достаточно они такие бюджетные. Ну, плохие в ванной комнате мы всегда кладем. Вот как бы там где-то что-то подтереть за кошкой в туалете мне у ее туалета. Как-то, ну так вот, в общем, в ванной комнате они постоянно лежат. Далее. Так, что же еще такое? Чистящего, наверное, уже вот этих средств таких нету. Ладно, если что-то попадет уже, так, ну вот еще кое-что. Что же такое? А, вот, нашла. Закончились вот такая влажная туалетная бумага. Покупали Smart Econom, брали. В светофоре 8 штук. Ну так, не очень средненькая. Но она достаточно бюджетная, так что, в принципе, как говорится, не жалко. Денег, ну, нормально пойдет. В ванной комнате лежала, так же что-то где-то вытереть, притереть, или как действительно туалетная бумага использовалась. Затем такие вот салфеточки у меня закончились для интимной гигиены. Далее закончились тоже для интимной гигиены вот такие от Котте. Это тоже беру фикс прайс, а вот эти вот папи, они всегда есть у нас в магазине Пятерочка. Так, затем давайте продолжим дальше. Вот у меня сейчас в использовании вот такая вот мочалка льняная нежная с органическим мылом Дары Алтай, здесь с розой. Правда, действительно чистая, гладкая, увлажненная кожа. Я первый раз пользуюсь такой льняной вот этой вот мочалкой. Это, я боялась, что она будет как бы, ну, раздирать кожу, будет больно. Нет, она достаточно нежная, действительно. Аромат вот этой розы шикарный вообще. Я люблю розу. Очень мне нравится. И на теле остается. Я прям пожалела, что купила вот эту мочалочку одну. Это мы отдыхали на Аркаиме у нас. И вот там в торговых лавках вот такое вот все продавали. Там было их очень много с различными ароматами. Вот с этими еловыми, пихтовыми, эвкалиптовыми. И также цветочные разные. На следующий лет мы, конечно, обязательно туда поедем и каждое лето там отдыхаем. Я прикуплю их прям побольше, наберу. Да, она не совсем бюджетная, она 100 с чем-то рублей стоила. Но куплю и на подарок также прикуплю своей подруге Оксане. Вот, потому что, ну, это действительно классная вещь. Я думаю, что тоже ей понравится. Можно на подарки родным также набрать. Такую мочалку взять. Так. Давайте дальше. Закончились у меня. Ну как, уже заканчиваются, лежат. Вот такие ватные диски я покупала. Я самая. 2 упаковочки. Я их брала в магазине Монетка. Они там были по акции. Мне они очень понравились, эти ватные диски. Они идут действительно, как вот тут показано, с прошитым, как бы эффектом прошитого края. Очень хорошо как бы удаляют все косметику. Как бы протираю я лосьоном, тоником лицо. Очень хорошие. Также по возможности, когда они не очень дешевые, но когда по скидке можно взять по акциям,
повторить можно будет. Так, далее у меня, как бы, я красила волосы вот перед поездкой в Москву вот такой вот краской. Постоянно я пользуюсь Studio Professional. Хорошая краска, мне она очень нравится, с 3D голографии. Она действительно закрашивает седину очень хорошо. Волосы очень блестят от нее, шикарно. Не жжет волосы, не портит. Оттенок вот 4,25 бургундский. Я хотела взять другой, но не было. Что-то там вишню хотела, или бордо бывает, но не было. В общем, очень хорошая краска. У нее идет еще также бальзам, тоже очень хороший, шикарный аромат вообще. Вот. И вот эта маска, она не краска, вернее, извиняюсь, не пахнет вот сильно вот этим аммиаком. Очень хорошая. Так что можете тоже, если увидите у себя такую, то так, давайте это уберу, можете купить. Действительно, правда, хорошая краска. Тут хочу поставить что-то. Ну, все. Добавляешь, никак вот ролик не снимешь. Ладно, беру в бок, чтобы все средства были, потом покажу уже. Извиняюсь за вот эти вот помехи такие. Ну ладно. Так, вот еще нашла салфеточки от папи. Вот такие вот эти вот влажные закончились. Потому что я их дорогу с собой брала тоже. Очень удобные они, маленький такой формат у них. Так, ну давайте, наверное, возьмемся за... Ну, давайте покажу крема или потом... Ладно, все по порядку уже тут буду брать, что давайте гели для душа начнем. Так, закончились. Так, следующий гель для душа вот такой от Avon Senses. Блаженство Андалузии. Мне его дарила моя подруга Лена. Елена, если она смотрит. Спасибо, Лена, тебе огромное. Шикарный аромат был. Действительно такой какой-то как парфюмированный, восточный, как я люблю, сладкий. Ну, с экстрактом розы, поэтому она мне и понравилась. Увлажняла очень хорошо. Шикарный аромат. Мне очень понравился этот гель для душа. Так. Далее. Закончился у мужа. Вот такой вот гель для душа. Тоже от Avon. Full Speed. Он приходил мне в наборе, там я заказывала, мне аж 5 штук пришло. Там какой-то тоже приз-сюрприз был. И мне их много-много прислали. Так, затем... В принципе, можно, наверное, прям все это показывать. Потому что тут... Давайте, вот такой гель для душа закончился от Faberlic. Карамельная груша, крем-гель для душа. Действительно сладкий, очень вкусный аромат. Понравился нам тоже от Beauty Cafe. Затем этой же серии Beauty Cafe закончился вот такой вот гель для душа. Вишневый конфитюр. Он мне очень понравился. Я и мыло такое заказала. Шикарный, прям вот вишни. Мне нравится такой аромат. Я и сестре такой советовала покупать. Хороший, вкусный гель для душа. Со вкусным таким ароматом. Так. Далее закончился у меня, вот извиняюсь, вот тут он стоял, даже не знаю, протереть баночку от воды, вот от жесткой, оно все вот этим белым налетом скрывается. Я вроде мыло ополаскивала, вот вид нехороший. Баночки сейчас протру, чтобы не было этого белого налета, покажу вам. От Advanced Technics вот такой бальзам закончился, ополаскиватель, шампунь еще пока не закончился, в следующем месяце будет, ну, ноябрь уже будет. В пустых баночках для тонких и нормальных волос. Он мне приходил в наборе, как представитель, там за прохождение легкого старта. У меня их еще один такой стоит, и другой, тоже Advanced Technics, на другой серии. В подарках приходил, как бы, в наборах. 250 миллилитров. Ну, Advanced Technics мне очень нравится. Я уже давно, еще когда первый раз была зарегистрирована в Avon, мне очень нравились эти шампуни. Шикарный аромат, но раньше все равно аромат от волос шел прям как парфюмом, потому что я даже... Когда мыла голову, приходила на работу, все спрашивали, что у меня за парфюм. Потому что пахло вот именно вот парфюмом от волос. Сейчас уже он не такой стойкий, но узнаваемый, да, аромат, запах. Хороший шампунь, мне нравится. Самое главное, вот эти бальзамы не наносить на корни волос. А так все шикарно, они действительно справляются. Мне понравился этот бальзам. И шампунь также, вот, который сейчас использую, он мне тоже нравится. Так что, ну, у меня еще пока есть, и буду повторять, как говорится. Они у меня еще в использовании. Так,
А затем закончился от Oriflame, у меня все еще мои запасы, я уже больше года не делала заказ, меня уже даже терминировали благополучно. Ну вот я думаю, что опять зарегистрироваться, потому что хочется что-то, кое-что там заказать из такой бюджетной линейки, потому что вот также Love Nature тоже хорошая линейка, очень хорошая, кстати. Мне она даже нравилась больше, чем там дорогая серия идет. Потому что там все, конечно, дороговато, но вот эту серию можно. Смотрю, там появились новинки интересные. Ну и вот этот шампунь, он очень большой здесь, 500 мл было. Мне он нравился, особенно летом. Здесь мята и лимон шикарно освежает кожу головы. Как раз вот когда мы много, как говорится, потеем, вот эта пыль на волосах от всего с улицы. У нас очень пыльно на улице, так как не все асфальтировано, не все, как говорится, в этих плитках выложено, как в больших городах бывает почище. Очень там волосы, все вот это пыль на волосах, жир, как говорится, жировые выделения сильные у нас. Ну вот, промывал шикарно. Даже вот без бальзама-ополаскателя очень хорошо справлялся. Мне нравился этот шампунь. Так что можно будет, в принципе, вот на лето это идеальный вариант. Можно будет повторить. Так, давайте я его, наверное, туда уберу. Так, чтобы у нас все было видно. Затем у меня закончился вот такой шампунь 2 в одном от Avon Naturals. Здоровый блеск. Здесь клевер и черная смородина. 250 мл. Мне кажется, Оксаночка Александрова показывала это, когда я только-только начинала смотреть ее ролики. Вот, мне кажется, я у нее это увидела и прям вот по ее совету купила. Действительно, он вот такой даже смородиновыми листочками как-то больше, не самой смородинкой. Легкий такой аромат. Промывает, кстати, тоже волосы очень хорошо. Вот тоже летом шло хорошо, вот как-то в начале осени, когда еще было тепло. Я его даже с собой брала вот в командировку в Москву, так как он у меня уже был наполовину использования. И то, что он два в одном, чтобы не таскать бальзамы с собой, я вот его брала. Действительно, хороший шампунь, можно будет повторять. Так, закончился у меня вот такой бальзам от Faberlic Этноботаника. Укрепление от корней до кончиков для ослабленных и склонных к выпадению волос. Здесь цветок тиаре, ягоды асаи, масло макадамии. У него достаточно большой объем. 200 мл. Это я покупала по акции, где уже подходили сроки годности. На сайте, когда оформляешь заказ, там частенько такое бывает. И я, не боясь, даже заказываю такие средства. Все у меня благополучно уходит. Пусть даже чуть там позже срока, ничего страшного. Это не продукты питания и не, как бы, не крем для лица, поэтому я не боюсь. Ничего у меня с волосами не случилось. Наоборот, шикарный бальзам. Оксаночка мне, она в видео тоже советовала, Оксана Александрова, вот эту серию. И я заказала. У меня еще также для ног средства есть этой серии. Тоже очень они мне нравятся. Тоже скоро будут в пустышках. Так что вот этот бальзам по возможности тоже повторю. Тем более, если он будет по акциям, почему бы и нет. Так, давайте далее. Теперь продолжим. Что же тут еще? Закончился у меня вот такой от Oriflame. Тоже с моих запасиков. Сухой шампунь для волос. Здесь он идет для жирных, скорее всего, вот сейчас, наверное, да, для жирных волос сухой шампунь, он там есть для тонких, это вот именно для жирных, мне он нравится больше, здесь 150 мл, я его брала как-то по акции, это еще тоже, наверное, года два назад, и вот он у меня закончился, я в поездку с собой брала, когда в Москву ездила на учебу, очень помог мне в поезде. Потому что полтора суток я добиралась до Москвы и обратно до дому. Очень выручают вот такие вещи в поездках. Так что хороший шампунь. Но теперь надо брать на следующее лето. Не знаю, поедем куда, не поедем. Ну вот что-то другое потом возьмем. Может быть, также в Oriflame, если буду делать заказы, зарегистрируюсь. Так. Далее. Вот, смотрю. Так, вот было еще тоже, как оно не... Ну, такое вот косметическое масло серии Encanto. Розовый букет и кашемир. Косметическое масло для ванны тела с нотами янтаря. Действительно увлажняет. Я воду добавляла, когда мы принимали ванну. Шикарный аромат, парфюмированный. Мне вообще вот эта вот красная серия тоже нравится. Но сам вот спрей, парфюм мне нравится голубенький больше. Вот этот тоже в ванну принимать. Просто шикарно увлажняет. Вот сейчас даже для зимы можно. Вот это мне в подарок приходило за прохождение там каких-то шагов, как координатору, наверное, мужу моему. Вот, и я использовала здесь 100 мл. Хорошее масло, так что можете брать. Действительно, у кого если еще и сухая кожа сохнет, то это будет просто, ну, супер. Действительно,
средство для вас необходимое. Так, давайте здесь покажу вот еще для волос, что закончилась у меня маска для волос. Она у меня больше года была, если не 2 года в использовании. Ну, так как у меня их несколько обычно стоит, так же, как и гели для душа, и шампуни, поэтому они у меня долго расходуются. У меня несколько под настроение, вот, и думается, и выбираю. Вот сегодня я этим помою, завтра этим. Вот такая маска, восстановление с кератином. Это белорусская маска от Vitex. Шикарная маска для волос. Она, да, жидковатая, но здесь ее много. 300 мл баночка такая объемная. Я заказывала на сайте Белорис. Я вот там пока еще один-единственный раз тогда сделала заказ, решила попробовать. Но вот все-таки все надумала повторить, потому что там очень много. Ну, у нас появляются сейчас белорусские средства. Если я не найду в магазинах эту серию, то можно будет заказать на том сайте. А так я хочу шампунь и бальзам-ополаскиватель попробовать полностью. Просто, да, шикарный аромат, парфюмированный. И маска действительно восстанавливает волосы. Очень хорошая. Так что можете присмотреться и, если что, и себе такую заказать. Ну, или купить в магазинах, если у вас есть, то, конечно, это еще лучше будет. Так, затем вот такие вот 2 крема у нас геля закончились. Вот, как я уже говорила, тут у меня проблемы со спиной случились в моей поездке. Ну, сейчас уже выздоравливаю, уже намного лучше себя чувствую. Вот этот крем Хондроитин, гель-бальзам для тела, и актив-гель Сустамол. Это все я брала в магазине Fix Price. Они там достаточно бюджетные, по 51-55 рублей. Действительно, намного выгоднее брать, чем в аптеках. Эффект тот же самый. Вот этот нижний был 100 мл, этот 50. Сегодня я себе купила, хотела вот взять Сустамол, но увидела там еще одно новенькое средство, которое мы не брали. Тоже идет с Хондроитином, и я взяла. Также там экстракт сабельника. Ну, это вот для сустава, для позвоночника, у кого суставы что-то болят. Помогает действительно. Убирает дискомфорт, восстанавливает, убирает болевые вот эти ощущения. Мне понравились. У меня, потому что очень серьезные проблемы с позвоночником, это помогает. Правда, очень помогает. Ну, конечно, нужны еще лекарственные, другие более сильные средства, как уколы. Но это тоже как вспомогательная терапия. Просто очень хорошее средство. Можете брать. Так. Уже на своем опыте вам действительно говорю, что правда помогает. Не вру. Закончился вот такой вот спрей для ног от Avon Footworks с ароматом базилика и розового грейпфрукта с глицерином. Спрей для ног. Но я в обувь брызгаю мужу, себе, потому что, ну, он-то постоянно как бы в сапогах на работе. Мы-то перебываемся, конечно, в туфельке. А вот муж не перебывается. Действительно, я приспособилась, сына приучила. Прям в обувь брызгаем. И шикарно, уже нет никакого запаха пота и приятный такой аромат цитрусовый. Так, сейчас у нас другой стоит с фикс-прайса в использовании.